Вода как накопитель энергии. Или по-иностранному аккумулятор. Если посчитать, у меня здесь на земле лежат закрытые бутылки. Вот 30-литровая бочка, банки с водой. 30 по 5 литров. 150-200 литров. Так, чтобы не мешать растениям. Растения на солнышке все. Банки либо лежат, либо стоят между помидорами. Это у меня осенний парник. Впрочем, он и весенний. Просто оформил я его окончательно 27 августа 2021 года. Здесь нагревается от солнца земля, вода и воздух. Увидите, ветром как раздувает. Значит, надо там заднюю стенку приложить досточки. Здесь у меня поперек лежат рейки. Вот они. Они прижимают, чтобы полиэтилен не слетел в эту сторону. Сейчас я сниму видео и закрою полностью парник, чтобы там воздух нагрелся от заходящего солнца и вода также нагрелась, а также прогрелась земля. Осенью надо особо следить, чтобы ни земля, ни вода не остывали, и тогда ночью будет здесь не очень прохладно. Я здесь соберу второй урожай помидор. Бывайте все здоровы, перенимайте опыт. Вот так я закрыл с двух сторон. Прижал пока только с торцов, потому что сейчас еще жарко. Но здесь можно забить колышки и положить рейки, чтобы это прижималось. Попозже я это сделаю. Сегодня жарко, еще час будет греть солнце. Здесь температура будет до 30 градусов. И потихоньку будет до утра остывать. Таким образом, вода помогает нам собирать урожай даже осенью.